2000 бутылок фальсифицированной водки обнаружены в Калинковичском районе. Спецоперацию провели пограничный спецназ, оперативная таможня и мозырские пограничники. На трассе М-10 остановили фуру «ДАВ» российской регистрации, за рулем белорус. Груз также сопровождал и россиянин. Во время проверки оказалось, что алкоголь фальсифицированный, без акцизных марок и без сопровождающих документов, то есть товар незаконно ввезен из России в нашу страну. Автомобиль с прицепом и груз переданы на склад временного хранения, идет оценка товара.